Я Васильева Ахмарал, жена Каптушева Айдена, 79-го года рождения, город Семей. Его поймали 6 января на мирном митинге в площади. Его избили, сотрудники милиции его избили, пытали. Он сейчас стал полуинвалидом, потому что он 20 дней ничего не помнил, у него потеря памяти была. Сотрудники милиции нам не давали его видеть не давали. Сейчас у него сотрясение мозга, и до сих пор нам не дают, справку, разрешение, чтобы МРТ делать, головы МРТ. Он сидит 272-я по статье в СИЗО в Ускомане. Его пытали, били, говорили, что ты террорист, ты враг народа. По психологически давили, избили по почкам, по головам, по голове пинали. У него сейчас нервная система разрушена, потому что он ничего не помнит, у него руки без конца дрожат, потому что его так избили сотрудники милиции города Семей. Наш следователь Нуртуганов Азамат и спецследователь Банязов Данияр нам до сих пор не дают его видеть. Дали видеть только мне, дали через 2 месяца его видеть, а его брату дали только через 1,5 месяца. Прошу вас, международной помощи, освободить хотя бы на домашний арест, восстановить здоровье.